С нами Игорь Руденков, нападающий «Витязя». Игорь, с победой. Насколько нелегко она далась сегодня команде? Спасибо. Ну, каждая игра тяжелая сейчас. Хорошо, что удалось победить. Восстанавливаемся и дальше работаем. Что самого сложного было сегодня в матче, на твой взгляд? Удержать при счете 2-0 или забросить эти дешевле? Ну, нельзя играть в удержание, когда играешь обычно... Всегда получишь там, свои голы. Да, психологически, наверное, тяжело было. Хотели просто победить. И, слава богу, получилось. Психологически тяжело победить или психологически тяжело играть при смене главного тренера? Ну, все вместе, естественно. Мне слава богу, Киру. Игорь, с победой вас. Как команда отреагировала на произошедшее? Каков сейчас микроклимат? Ну, каждая смена тренера всегда... какое-то сотрясение в команде имеет, поэтому не знаю, что ответить. Хорошо, что удалось победить сегодня. Эмоционально сегодня команда по-другому играла на старте, нежели там в предыдущих матчах, на твой взгляд? Да не сказал бы, в целом пытались играть в то, что договаривались, поэтому хорошо, что получилось забить первыми. И получается, что когда забиваем первым, в основном набираем очки. И легче играть. Да, так всегда. Пожалуйста, есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо, Игорь.